На очередном заседании дисциплинарного совета были рассмотрены дела в отношении руководства управления экономики и бюджетного планирования, колледжа Зеленовского района и городского отдела жилищно-коммунального хозяйства. Так как руководитель экономистов Руслан Бектемир находится на больничном, рассмотрение его дела было отложено. Остальные чиновники получили взыскание. Дисциплинарное дело в отношении представителей городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, заместителя руководителя Бекжана Тукжанова и главы сектора благоустройства Рустама Мукатова инициировали сотрудники департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Финансовые полицейские посчитали, что должностные лица нарушили требования закона о госзакупках при покупке косилок для травы. Подрядчикам не были предоставлены сертификаты соответствия, то есть оригинал сертификатов по копиям были приняты. Подписывали вот эти должностные лица платежное поручение, непосредственно счет-фактуру о приеме товара. О приемке? Да, о приемке товара. И, соответственно, это послужило основанием для оплаты подрядчику этих суммы. Члены диссовета рекомендовали руководителю городского отдела жилищно-коммунального хозяйства наложить строгие выговоры на своих подчиненных за нарушение требований Кодекса чести госслужащих. Следующим объявить тендер госзакупу, надо изучить рынок, какие цены бывают. Они это не сделали. Тем более письмо от нас было, РВБ, есть цены 87 тысяч, почему говорят, что 56 тысяч. Посмотри еще раз, изучи рынок, объяви рынок. Они условно каравай, две каравай объявляют вечную цену и закупают по процедурные за 7 нарушения. При этом 3 миллиона государственных денег, завышенных когда есть, а рынок для цены намного дешевле. Также члены диссовета рекомендовали руководителю управления образования уволить директора Зеленского колледжа Нургужина. А все из-за того, что директор принял на работу юриста без проведения конкурса. Роман Капняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.